Как у нас так получилось за полгода с ними тоже? Все. Начинаем седьмой тур открытой лиги. К сожалению, сегодня состав у нас укороченный, без иногородних гостей. Но постараемся показать хорошую игру. Всем удачи, всем побед. Сначала Алексей. Кому?
Начинает Алексей. Game on! У Алексея остается 86. Семьдесят два, Алексея. Семьдесят пять, 80. Пятьдесят семь. 69.
59. Один кинул. 42. 170 у Алексея. 5 очков. 66 у Антона. 34. 30 очков. 32 у Антона. 81. 140. 42. 81. 140. 140.84. 43. 56. Остаток Антона. 16. 151 очко в остатке Алексея. 88. Топс у Антона. Двойня. Один. Просто. Все. 8 очков. 63 в остатке у Алексея.
51 очко. 32 остатки, Антон. Лех. 2-1. Начинает Антон. Сорок три. 93. 58. 43. Здесь кончился место, запись не идет уже. Я не знаю, с какого момента. Теперь того, что пропищал. Только что пропищал, но мы лэг сейчас будем. Пропищал это та камера. Не, лэг доигрываем.118 очков, 86 в остатке Алексея. 63. Там минимум 6 оставить, а не четное число. Одно, да. 12 в остатке Антона. 3-1. Пятый лэг начинает Алексей. 26. 140 очков.
60. Сорок одно. Сорок пять. Сорок пять. Двадцать семь. Сорок одно. Семьдесят восемь. 142 остатка Антона. 92. 210 в остатке Алексея. 80. 50 в остатке Антона. 100 очков. Лёха, давай! Семьдесят семь. Двадцать шесть. 9 очков. 57. 40 очков. 45. 138 в остатке Антона. 86.
41. 52 в остатке Антона. В остатке Антона. 11 очков. 160 в остатке Алексея. 41. 8 в остатке Антона. 7-м туре открытой лиги Тамбова. Дартс. Тамбова, лиги открытой, как всегда. Награждается Вадим Дорофеев! Спасибо, а это вам. За второе место в 7-м туре Тамбовской открытой лиги Дартс награждается Алексей! Бом-бом-бом-бом-бом! Не плюем! За первое место награждается Гречишкин Антон! Пророческие слова. Все сюда. Сань, Лёв. Сейчас, а потом мы... Можно? Можно? Да, можно. Сейчас сделаем.